Воркута и Усинск стали самыми представительными командами на региональном этапе конкурса «Воспитатель года 2018». Всего в списке участников 15 педагогов, впереди 5 конкурсных дней. Это и мастер-классы, и профессиональные диалоги. Напомним, в прошлом году в региональном конкурсе победила педагог из коррекционного детского сада «Заполярье». На федеральном этапе ее признали лучшей в номинации «Особенная педагогика». Это сложно совмещать подготовку к конкурсным мероприятиям и ежедневную работу с детьми, потому что требования сейчас очень высоки к педагогу. Он должен быть таким внимательным, он должен охватывать все потребности детей, следовать за их инициативой, как требует наш государственный стандарт. И, конечно, это такое еще то испытание. Этот конкурс преследует совсем другие цели. Это конкурс обмена опытом, это конкурс, который позволяет посмотреть, показать свои достижения и в общем-то, поучиться у других чему-то. Это обмен идеями. Победителя этого года определят в пятницу. Лучших воспитателей отметят сразу в нескольких номинациях: новатор, мастер, лидер и открытие года.